Друзья, всем привет! Сегодня мы посмотрим коммерческий автотранспорт, бусы, фургоны и тому подобное. Друзья, перед просмотром данного видео хочу порекомендовать вам мобильное приложение «Автолом», которое поспособствует продать вам свой аварийный автомобиль на выгодных условиях для вас. Главное, что приложение бесплатное, интуитивно понятное. Также у ребят не так давно вышло обновление, теперь через это приложение можно продавать не только автомобили, но и БУ запчасти. Друзья, ссылочки на ребят под видео в описании. Ну и давайте смотреть видео, не забываем поставить под этим видео лайк, подписаться на канал. Всем приятного просмотра. Друзья, к сожалению, сегодня достаточно сильный ветер. Вот первый автомобиль по коммерческому транспорту Ford Transit 2.2 дизель, 115 лошадиных сил, 646 тысяч пробега, шестиступенчатая механика, просит за него 18 602 белорусских рубля. Есть вот такие вот небольшие нюансы, можно видеть. Ну, что вы хотите, пробег-то уже солидный, здесь шпаклевка треснула. Понятно, что он красился, может, даже были какие-то ДТП. То есть накрутили на нем не слабо. Больше 600 тысяч, почти 650 тысяч километров. Резина средняя. То есть можно видеть, что по низу гравитексом, плюс покрасили в белый цвет поверху. Ну, петли подкрашивали, судя по всему, здесь была коррозия. Ну, в принципе, для такого пробега, друзья, наверное, состояние нормальное. Следующий. Это Renault Master 2015 год, 2.3 дизель, 125 лошадиных сил, 276 тысяч пробега, 41 693 рубля. Ну, состояние здесь автомобиля получше, чем у предыдущего, чем у Форда. Хорошая резина зимняя. Ну и, друзья, здесь таких Рено стоит подряд. Примерно похожая комплектация. Раз, два, три, четыре штуки. Поэтому цена у них у всех примерно одинакова. Год тоже 2015. Ну и пробег примерно 300 с чем-то тысяч у всех. Видно, с какой-то организации их взяли. Ну, давайте еще этот посмотрим. 253 тысячи пробега. Также 15 год. 2.3 дизель. 44 500 белорусских рублей. Здесь вот из нюансов ручка оторвана, есть небольшая коррозия по низу, ну ничего серьезного. Ну вот этот вот, что в глаза бросается, здесь вот низ арки, также порог обдертый, но сквозной коррозии нету, просто до металла это все лакокрасочное слезло тут. И просто поверху ржавчина, но металл здесь крепкий, все в этом плане нормально. Тоже 15 год, 2.3 дизель, 264 тысячи пробега, шестиступенчатая механика, 41 тысяча с копейками белорусских рублей. Citroёn. Сильный ветер, друзья, к сожалению. Поэтому буду стараться как-то камеру закрывать. Citroёn 2008 года, 1.6 дизель, 763 тысячи аж пробег. Просят за него 9079 белорусских рублей. В принципе, относительно недорого. Получается, грубо говоря, 4500 долларов на шестиступенчатой механике. Здесь он такой немножко раскляпанный. Есть коррозия, есть жучки. Ну, неплохая зимняя резина.
Друзья, ну а здесь в ряд стоят форды транзиты. Вот первый сразу примят немножко порох. Ну такой чисто торговый фургон. Вон сколько их здесь. Сзади спарка, резина неплохая. Давайте посмотрим по цене. 2012 год, 2.2 дизель, 115 лошадиных сил, 257 тысяч пробега, 6-ступенчатая механика, 29 315 рублей. Ну, здесь вот с небольшими повреждениями, ну, в принципе, ничего серьезного. 2012 год, 2.2 дизель, 115 лошадей, 171 тысяча пробега, 6-ступенчатая механика, 29 315 рублей. Ну и также у них болезнь, можно видеть, у всех какие-то пороги примятые, коррозия слегонца. Ну, в общем, состояние вроде более-менее. Ну и, друзья, подозреваю я, что все они 2012 года. Этот 2012, следующий тоже 2012, ну, с какой-то организацией, судя по всему. Ну, вот и все они, вот я смотрю, 29 315 рублей. Дальше 29 315 рублей. Ну, друзья, примерно состояние схожее у всех визуально, и ценник тоже очень практически одинаковый. Все они 29 с копейками белорусских рублей. Вот, давайте еще вот этот стоит ради интереса. 29 315 рублей. То есть ценники у всех, друзья, одинаковые. И года тоже. И двигателя, и пробеги примерно все тоже до 200 тысяч километров. Здесь 188 тысяч пробега. Здесь 149 тысяч. И тоже он 29 315 рублей стоит. Примерно все по цене похоже. Ну и здесь короткобазный Рено. Рено Мастер. Цельнометаллический, грузовой, короткобазный. Ну, хорошего года, друзья. 2017 год, 2.3 турбодизель, 125 лошадей. Пробег, только вдумайтесь, пробег 14 336 километров всего. Шестиступенчатая механика. Ну, стоит он недешево. 52 086 вроде белорусских рублей. Состояние, конечно, максимально приближено к состоянию нового автомобиля, но недешево, друзья. Вот такой вот короткобазный. Состояние внешнее идеальное.